Запись идет. Привет, привет, дружок, пирожок. Я наконец-то понял, что меня байтит постоянно, дезморалит. Из-за чего я тильтую? Не конкретно из-за того, что я проигрываю. Ну, я тебе так скажу, если бы я на стриме играл и проигрывал, меня бы это так не задевало. Я понял корень. Все из-за того, что я проигранные катки не выкладываю. Меня вот этот, наверное, больше всего подбешивает. Ну, когда мы проигрываем, когда чуваки специально начинают руинить. Особенно те, которые обижены на СВО. Да. Ну, что поделать. Люди несчастны чаще всего. Так, о чем это я? А, может быть, если бы в будущем я стримил, а не просто записывал ролики, то тогда я был бы более стабилен. Возможно. А может и нет. Ха. Ну, не суть. Сейчас у нас другой вопрос. Кого взять? Кого запретить? Ваша очередь запрещать героя. Ага. Осталось 5 секунд. Осталось 10 секунд. Хорош. Подумал Зевса взять, но, пожалуй, не буду. Пофиг. Покушал, успокоился. Лустрик, все дела. Так. Горит топор. Горит топор. Ну хотя бы, ладно. Блять, Аркварден. Дерьмо. Вейт бы нужен будет на ЦК. Да, да слушай, в Вейте вообще пиздец будет какой-то. Считай, Падж, Арк, Медуза, этот тут что-то все лайтовый. Акс, блять, ну охуеть. Че нам делать-то? У нас урона нету в купол. Да. Одни милишники, блядь. Я есть урон. Как ты в купол его дашь? Была бы какая-нибудь бабка. Феникс. Дровка. Ох, снайпер, в конце концов. Темпларка. Шмемпларка. Ладно, похуй. Сейчас посмотрим, как игра пойдет. Приготовьтесь к битве. Ну, против Медузы, блядь. В смысле, чайник в куполе стоит, ты чё, дядь? Я думал, он не работает. Чайник как раз таки летает, а палка воды стоит. У меня нет ТПшки, я вниз не схожу. А чё, мы же могли их убить. Пацаны, вы где? Вайда принят. Первая кровь. Да уже все, пизда. А чё, дашь первую гранату? Дело в шляпе. Битва начинается. Нормально. Darkness.
Блян. Да, он ушел, заебись. Куда ты, блядь, идешь, долбоеб? Все уже, проебали. Проеб нахуй. А это дуза четверка. А, дуза четверка? Тогда ладно. Пропустил. О, я понял. Тут пудж. Мистер Падж. Не бей меня, пожалуйста, мистер Падж. Думаешь? Типа всю игру стоять. Куда уйти, я на экспертизу. Блять, ну и хуйня. 0-3. Начинаем игру. Поехали. Хотя бы ТПшки дают халявные. Приятно. Ну, отводик мы замутили. Чё дальше? Стоим, фоткаем? Спасибо, блядь. Поруинил крипов. Третья минута, там рунка доступна. Надо воспользоваться. Да как вы заебали меня? Ой, блядь, какой же пудж молодец. Сука, посмотри-ка на него. Я уже нафидонил их по полной. И мы не можем их убить со станом. Ни с чем, блядь, не можем убить. Ладно, в пизду, я понял. Хуйня. Курьер сил света был убит. Вашу центральную башню... Играем аккуратно тогда. Отводим все дела. Ну игра говна, надо посмотреть бот этот баунти, поставить вижен, я думаю. Пудж там, окей. Ну пусть этот хоть раз умрет, а то я заебался уже подыхать как пес. Нихуя себе босс Баскара бит.
А, его убили, я понял. Такая вот игра. Такая вот игра. Поможешь? Ты хоть что-нибудь можешь сделать? Убить там его, нет? Берем рунку. Идем туда. ТПшки нет. Кто тут, Акс? Я понял. А, я понял, там разблочили. Ну ладно, это мы сейчас отведем как-нибудь. Да пошел ты нахуй, блядь. Долбоеб. Угу. Удачи там. Молодой. Пиши, звони. Обращайся нахуй. Пойду руну захвачу. Наступить. Иду, иду, иду. Сейчас мы его прихватим. Или не прихватим. Так-то похуй. Че за хуйня в мини, блядь, происходит? Ваша нижняя башня разрушена. Можешь забивать. Блять, далековато они зашли. Ну да ладно. Похоже на камбэк, на легкий. Да? Руна невидимости. Или не похоже? Себя подхилю. Не-не-не, давай выйдем, давай выйдем. Давай, до свидания, молодой. А, чтобы всех убить, я понял. Не, прикольный парень, молодец. Хорош.
У Акса, наверное, уже Вангуард и Блинк есть. Так что стоит побаиваться. Вашу верхнюю башню атакуют. Я понял. Центральная башня противника разрушена. А где, блядь, помощь-то? Че мы тут одни? Сейчас подхилим кого-нибудь. Силы тьмы укрепили свое сооружение. Дальше-то чё? Нормально. Нафидонил я, конечно, в начале, но ничего. Вроде бы все стабилизировалось. Стакнул там везде, серьезно? Он нормальный, бля? Мистер Падж снял варды, да? Я понял. Пофармим чутка. Че, ни травок-то нету, да? Все разбирают, я понял. Внизу ебу, да? Хорош.
Избавляйся от золота. Нет ТП, молодые. Надо подождать. Ну вот, это мы возьмем. Без вопросов. Центральную башню атакуют. А никто дефать ее не будет, да? Я понял. Ну теперь ТП-шка есть у меня, кстати. Я вниз полетел. Там вроде бы сейчас драка будет. Поздновато. Гримуар. Читаем. Лечу, бегу. Нормально. Вашу верхнюю башню атакуют. О, уже зеленый есть, прикол. Могу ли я ему помочь? Вот в чем вопрос. Что дают? Вот это возьму, пожалуй. Хотя надо было философски взять, по ощущениям. Ну да ладно. Забираем. Ч,
еще у этого есть? Молния есть. Ну, кайфово. Let's go. Зеленый это падж. Еще хукнет кого-нибудь. Блять, попакивает камин, значит, не на ней. Но это не точно. Инвиз. Че, туда пойдем? Я чувствую искру вдохновения. The dire of evil takes you. Досты куплю. Не будет ошибкой. Центральная башня противника. А, задайвил, я понял. Блять. Chaos crush you. Что дают? Поехали. Кримсон звучит ярко, тем более его никто не будет собирать, я так понимаю, да? Да, не должны. Вашу центральную башню атакуют. Вашу центральную башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Я иду. Но у меня ульты, кстати, нет. Я чувствую. Красавчик личный. Ничего не скажешь. What did you expect? Пять вардов нет. Ну, да ладно. Я бы верх еще сломал, поставил бы там вижен. Враг пожалеет. Парни, давайте вот это сломаем. Я понял. У нас воид ушел, кстати. Thank you.
А, я ж... Я пытаюсь управлять мертвым собой, я понял, блядь. Ну нам Мембер выиграет игру, я чувствую. Хотя все это время Войд где-то в стороне бегал. Что крайне странно. Ха. Верхняя башня противника разрушена. Я забил Виген. Центральные казармы противника разрушены. Лич. Финиш? Ух, ёпт. Далековато я. Чё-то не идёт у нас там с сферами. Я ванпост отхочу, пожалуй. Блять, не отхватил. Долбоёб. А чё он делал в миду? Там же всё сломали, разве нет? Иду. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ты умер. Разделись, расплодись. Блять, опять что ли проебали? Мы всех убьем. Странные ребята, окей. Юл куплю. Ну вообще Магнуса можно взять. Что там у него за шмоточки? Ага, я понял. Ну детекшн есть? По идее. Я не успел добежать. Чтобы досты прожать, к сожалению. Я чувствую искру вдохновения. Подморозимся. Окей, надо фармить по чуть-чуть. Не забывать.
Вижен проставлю. Я захвачу. Голема. Я из стана просто не вышел, пиздец. Мы отдаем преимущество так. Понимаете? По чуть-чуть. Мы как бы выходим вдвоем втроем, они выходят впятером. Дают пизды. Делается. Норм. Дают. Поехали. Похуй на него, наверное. Это я заберу. Чё по вардишонам? Давай сандричок возьмем. Пока арка нет, надо, я думаю, пушить. Кем мы рожь-то будем забирать? Он в топе сейчас будет. Я прилечу туда. Да, вы рожь. My flame lights your trail. Роша хуёша. Блять, напугал ты меня, пёс. Let's go. Сколько мне не хватает? Не так уж и много. Есть голем. А чё, Гугу, я портал лечу. Ебать, она ебать.
Короче, заберем сначала кого-то, а потом будем ломать. Так будет правильно, по-моему. Идем. Хорош. Я чувствую искру вдохновения. Убили, убили Аксел. Поехали. Кого убили? Понял. Хорош. Что так урона там на боли? А, у него рапира, я понял. Просто беги, дед. Дед, беги. Беги, дед. Я чувствую искру вдохновения. А он в две руки взял и побежал. Как у Эмбер. Я чувствую искру вдохновения. Ладно, давай папку, Саш. Фух, ну и каточка, конечно. Че, надо грейдить, походу, вот эту штуку? Чтоб был толк. Похоже на то. Я, блядь, еще думал, откуда у Эмбера такой урон. Вот дурной, блядь, рапир набрал. Шизоид. Больной ублюдок. Пиздец, конечно. К интеллекту. Жалко не к силе, конечно. Идемте. Одна ошибка, и мы ошиблись. Логично. Главное, чтобы был вижен и не было вот этой твари. Вижена нет. Ты сделал свой день. Вообще игра не идет, у меня 0.7.20 счет. 0.7.20. Я думал, у меня, блядь, плохой счет.
072. Он серьезно, блять? Подождите. 0720. Блять, ну у нас бустер на меду был, мы бы так-то въебали. Там что-то пукает. Чувак. Хм. Я вот этому поставлю Гека. Молодцы, ребята. Фух. На этом все, дружок. Пока-пока.